Много лет в Красноармейске хотели открыть любительский театр, чтобы все желающие, вне зависимости от возраста, могли попробовать себя в роли актеров. Какое-то время в детско-юношеском центре существовал театр педагогов. Они выступали для небольшой публики. А с того года появился любительский театр на общественных началах «Энергичные люди». И вот у них состоялась премьера. Выход в социум. Вот мне что дает этот театр. Здесь можно посмеяться, подвигаться, потанцевать, поучить текст. Хорошо очень это. Всего в постановке задействовано 9 человек, 2 главных героини и танцевальные номера от кардебалета 60+ «Молодухи». История символическая. Актрисы серебряного возраста не желают сдаваться судьбе и хотят доказать всем, что их еще рано списывать со счетов. У режиссера долгое время стоял вопрос с помещением, где репетировать и показывать спектакль. Но все удалось реализовать. В прошлом году срослось, да, Татьяна Валентиновна и Татьяна Владимировна. Да, вот они разрешили ему на общественных началах посмотреть, что это будет такое, будут ли люди, будут ли желающие, ведь это что же, как бы неизвестно, как все сложится, да, и вот они дали ему добро. Ну вот он его использовал. Зал был полон. Жители города пришли увидеть своих знакомых и педагогов в новых ролях. Комедия в одном действии позволила людям посмеяться от души и задуматься о жизни. Теперь в театре готовятся к расширению коллектива и новым постановкам. Мария Лихобабенко, Никита Марковненков, Яков Глейзер. Новости Большого округа.